Пускай Курай только поженится с Эйлюль, и я расскажу всю правду Аднану. Эйлюль — дочь Аднана, а их сын — сын Яшара. Мой сын станет мужем богатой девушки. Каким же будет исход этого судебного разбирательства? Яшар выиграет, плюс у меня уже живот начинает болеть. Нет, ну поверь мне, наконец поженились бы вы с Эйлюль, я бы немножечко успокоилась. Я скажу, ох, ты уже можешь вздохнуть, ведь она станет твоей невесткой, не переживай, надеюсь. Аднан. Мама? Все нормально? Посмотри на меня. Что, давление поднялось? Посмотри на меня. Что случилось? Есть, Аднан. Увидит, что я родила дочку, то он выставит меня за дверь. Он отправит меня к маме. Конец мне настал, Розия, конец. Ради бога. Помоги мне, Розия, прошу тебя. Планешь на место моей дочери? Ты замени ее каким-нибудь мальчиком. Зачем? Что ты такое говоришь? Думаешь, это так легко? Скажешь, да, и все дело в шляпе? Я дам тебе столько, сколько ты захочешь. И до конца своих дней я буду хранить этот секрет. Прошу тебя, помоги. Не оставляй меня беспомощной, прошу тебя. То есть ты предлагаешь мне деньги, не так ли? Да, предлагаю. Ну, мы тогда подумаем, почему нельзя это провернуть. Ребенок Яшара и Нуран. Матушка, ты не пугай меня, что-то случилось? Курай, ради бога, дай мне прийти в себя, отстань, а? Маша моя. Да, брат Кемаль. Приехал из Аданы. Нет, брат, я сейчас далеко. Он что, все узнал? Да, тогда выезжайте. Дай бог, если он узнал все. То наверняка он отправился за Эйлюлю, но узнал, что она является его дочкой. Хорошо, я скоро приду. Мне нужно немедленно поженить Курая и Эйлюль. Он должен знать уже после их свадьбы. Передай привет, брат. Да, пока. Матушка, ты сама с собой что-то разговариваешь? Ты с ума сошла? Ты же была здорова, что вдруг случилось? Курай. Курай, я тебе честно говорю, я клянусь тебе. Все это заставило меня понервничать, я уже на всю жизнь перенервничала. Я ведь... Там проходил один знакомый мой, я увидела его, но я не хочу с ним разговаривать, вот в чем дело. Мама, где твой знакомый, где он? Курай, ради бога, шагай, зачем он тебе, шагай, а? Вау, Эйлюль, ты куда? Брат Эшер, как и сказал, будут проблемы 24 на 7, я готов отвечать. Спасибо, Курай, ты лучший. Надеюсь, Аллах убережет вас. Скажи Юсуфу, чтобы он следил за этим парнем. Они постоянно заходят домой к Яшару. Они могут помочь нам. Как скажешь, ага. И Сейфу позвони. Или у меня тоже есть указ.